Здорово всем. Привет, Скотва тебе, привет, Гудгейм. Привет, Кибергейм. Да, теперь у нас есть плеер Кибергейма. Если кто еще не в курсе, да, можно прям это, так сказать, в прямой трансляции, вот прям в прямой-прямой трансляции все наблюдать. Ага, наслаждайтесь. Так. Малев, здравствуй, здравствуй, невероятно прекрасно, чудесно, потрясающий человек. Я очень рада, что ты здесь и что ты со мной. Да, всем привет от Малефа и от меня. Здравствуй, Килоки, Килаки, Килокик. Я рада, что ты приходишь так бодренько, так на мои трансляции. Здравствуй, Призрагим, очень рада тебя видеть. Дисет Дентон, здравствуй. И тебя очень я рада видеть. Послушал Chemical на досуге. И как? Как тебе? Пару треков там, по-моему, вообще убойные. Так. Всех ли я упомянула? Вроде бы всех. Да, точнее Ку. Да, призраки. Ку тебе. Всем Ку. В общем, я тут подумала, решила. А почему бы, значит, после... Да, не поиграть в игру, в которой вроде бы как финал не слили. Не, мне прошлая игра тоже понравилась, как бы интересно. Со всяких там характеры такие очень живые. Как человек, у которого все есть, он красив, талантлив, но при этом надо ему обязательно почему-то всех гнобить. Бывает такие. Так, в общем, я подумала, что бы не поиграть в старое, доброе, вечное. Вот, да, гоблинцы. Угу. В общем, если ничего другое в голову не придет, буду поочередно проходить их. Ну, кроме тех, которых в 3D, я не смогу просто вынести такого ужаса. Да и вы тоже. Поверьте, это еще ужаснее, чем озвучка первого эпизода Life is Strange. Как картонки пошли. Типа, понравилась та игра? Какая-то игра. Если про Life is Strange, я уже говорила. А, про карты, это вообще прикольно. Да, немножко приспособиться, погуглить все вот эти вот там местные штуки, вот. Не, ну пробный стрим, я считаю, удался, это было клево. Более был еще апельсиновый сок, это клево. Неплохо, лучше, чем предыдущая. Ну, я как бы не особо ими так заслушиваюсь, но мне нравится, что они верны своему стилю, и как бы клёво. Трек Go, который я, кстати, уже пару раз включала, но меня очень радует. Блин. Да, вот эта игрушка. Рейнер, я надеюсь, так и читается. Здравствуй. Да, игрушка клевая, как бы. Не, Fallout может быть неплох, но это не Fallout. Я была, собственно, огорчена. Хотела порадоваться за других людей, которые в это играли, но не выходит. Они, собственно, убили все то очарование, которое и представлял собой Fallout. Ну что ж, начнем. Так, пока что так, потому что. Эти вот игры, они на сбоксе, они сразу захватывают внимание. Да. И там прямо сразу все. А! Нет, все в порядке, ребятки. Да, с новой озвучкой. Что я помню те звуки, которые мне удавалось услышать в моем детстве, это было нечто. Рейнер, мне первый Fallout не очень нравится из-за того, что там ограничения по времени. Вот меня всегда это накаляло. Я не люблю, когда вот так вот... Да, у вас тут интро вообще потрясающее. Oh,
марш. Да, у нас тут всякие непотребства творят. Да, семья в ступоре такие, вот. Глазами хлопают. Графика потрясающая. Согласитесь. The Conception Graphics Programming Music Sound Effect. У меня в прошлой версии я аж это подскочила, там было написано моби. Да, 91 год. Нехилая такая. Да, 2015 год, играю в игру 91-го. Ну, потому что современные игры мне иногда не оставляют выбора. Вообще никакого. Так. Ну да, ну, как бы... Я не считаю, что сохранять стили, там, звучания на протяжении, там, пары альбомов, это так уж плохо. Потому что всё-таки новое, это... Это эксперимент, и не всегда это приводит к чему-то интересному. Может, собственно, они талантливы именно в своей стихии. Убавь слегка, да, как бы уже вроде уже убавила. Музыка, да, что-то бывает зашкаливает. Я еще сейчас убавлю. Вроде так должно быть норм. Вот. У меня семья была в таком же ступоре, когда я сказала, что спалю свою родную хату при первой же возможности. Я знаю некоторых людей, которые... Которые, собственно, хотели бы сделать то же самое. Так, что у нас тут? Там мы управляем тремя гоблинами. Насколько я помню. Я не помню, как их зовут. Вот. Короче, старый у нас, по-моему, могёт колдовать. Этот могёт бить. А этот может, собственно, что-то там взаимодействовать и собирать. Да, вот, щелкаю правой, это значит что-то взять. Вот это что-то взять. Это у нас, значит, может только в морду дать. А старый у нас колдует. Ну, старый стопудово колдует. Да. Ну, блин, какой очаровательный интерфейс вообще. Смотри, сколько тут всего. Кого мы выбираем? Тут кукла Вуду короля. Вот. Только я как-то совсем не помню, было ли что-то, или... Или тут просто все так и было. То есть вот это интро и, значит, чуваки. То есть их же как-то зовут. Будь здоров. Да, выздоравливай. Там Малев у нас немножко приболел, так что... Я искренне желаю ему скорейшего выздоровления. Замечательного самочувствия. Да. И вообще, ребятки, если кто-то из вас болеет, вообще не дело, давайте быстрее выздоравливайте. Так, начнем. Собственно, я не очень помню, что тут надо. Да, попробуем постучаться в дверь. А, колдует. Да, не так ругается, когда что-то не то происходит. Ну... Трог что-то шевелится. Они у нас тут ничего не говорят. Медком и чаю, так уже... Уже по полной у нас и медок, и чай есть. Женя помогает не так быстро, как бы хотелось. А, о, надо же. Да, вот рог, который шатался, нам нужно было свалить. В общем, я ничего не помню из предыстории. По-моему, надо как-то взять...
Да, этот у нас может собирать лут. Да, хорн. Рок у нас есть. По-моему, в этот рок надо... Да, надо подуть в рог, и у нас падает ветка. Угу. Ветку выкладываем, ну, по-моему, все так происходит. Да, вот. Она превращается в кирку. Ну почему бы не сделать кирку из рога, не знаю. Да, и мы вот таким образом переходим на другой уровень. Да, тут какие-то коды. И очень прикольные экраны загрузки. Я не помню, в чем конечная цель. Как-то спасти короля, не помню. Честно говоря, не помню, это было так давно. Так. Тут типа надо как-то переправиться. И киркой, значит, выбить там что-то сверкающее, ага. Тяжело для твоего зрения, чувствую, что мне 6 лет. В смысле, тяжело, по-моему, как... Не, ну, конечно, пикси, но, ну, по-моему, вполне еще приемлемо смотрится. Главное, что это не 3D, поверьте. О, господи, сколько игр спорт или 3D? Так. Да. Как я помню, тут как надо переправиться с помощью яблок. Да, смотри на яблоко теперь. Как от чёрных доктор. Ну, не. Уверена, что заботой и вниманием Малев не обделён, и он выздоравливает. По крайней мере, горячий чаёк у нас есть. В смысле, ну возьми яблоко-то, а? А, или ты можешь его только взять. А, да, он может врезать яблоко по щам. Угу. У нас такой, это такие аналог, я не знаю, борцухи. Так, они иногда не переключаются так быстро, как мне надо. Ах, ох уж этот... Менеджмент. Да, у нас Big Apple. Как-то сюда, типа, так... А, но перейти он не может. Пиявки спасут мир? Да уж. Не делать с водой. Да. Разводит руками. Да. Да, у нас... Или да. О, за гараж, здравствуй. Нифига себе, какие люди заходят. Да, привет, привет. Мы тут в старые игры развлекаемся. Так. Я помню, тут какой-то западло, ну ладно. Допустим. Перцовочка и пледик. Насколько я помню, тут какой-то подвох, по-моему, не все яблоки можно закладывать. Или можно? Ладно. В общем, сбрасываем его. Да, переправа через мост с помощью гигантских яблок, это не очень однозначно. А, нет, по-моему, нормально. Так, чувак, отойди. Тут иногда не разберешься, на кого кликнул. Выват.
Чек, и выкладываем. Ну, выкладывай давай. Так, выкладывай. Ну, ё-моё. Блин, я ж еще не знаю, как их зовут. А чё он не выкладывает? Ага, это да, тот самый крик. Короче, не нравится ему это яблоко. Выложу его куда-нибудь. Да, мост из яблок. Ну это ж квесты, блин, старые. Но смотря на это, как-то его с братью не проходило. Короче, да. Из этого вылазит червяк и, блин, очень не дает нам положить. Мазут, здравствуй. Так. Да, тут узкая специализация. Тыч. А, да, а брать он уже не может. Он... У нас только у одного чувака имеется инвентарь. Ну, как-то так. Как-то возьми его. Я как-то завис странно. Да, мост из яблока. Big Apple 3. Да, тут целых 4 айфона. Ну не могла я без шуток про айфоны, ну. О! Да, мост из яблок, тот самый мост из яблок. А теперь брать... Надо взять кирку. Значит, добыть камешек. Че, это игру по Fallout, я же говорю, я не буду. Более некоторых Fallout'ов у меня нет. Не понял. А зачем выложил? Надо же добыть камешек. Пикакс. Да, пикакс. А, во. Гаськи себе. Давай ломазец. Тыц. А вот у нас и... А у нас... Блин, эти заставки это... А зачем? Ну? Просто я не помню. Ну да, я видела. Но я не записываю. Где моя волшебная тетрадочка? А, точно. Не, во второй Fallout бы сыграть, да... Нет. Третий, New Vegas, по-моему, у меня есть. Но я как-то все не соберусь. Ну, потому что... Потому что как-то, блин, это все очень долго, и я могу еще увлечься и... Короче, забить на все так. По-моему, алмазик надо... Это... Вот бы так в жизни построил мост из яблок и пошел на алмазы добывать. Да уж. Я знаю, где алмазы добывают, но... А у меня грела водочка. Тоже клала. В люльку бутылку ходила. Теперь-то я знаю, что он делал, чтобы отец не оставил на алкоголь. Был очень веселый. Ладно. Такой, что? ЭЦП. А. Драку. Благодарю. 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 Только еще помните, от какого... От какого уровня какой код? Получить. А они разве не одинаковые? Ой, нифига себе. М.
Топша Принцесс, здравствуй, привет, привет, привет. Покажу. Так, стоп. Нет, концом, концом. Это у меня как-то странно кнопки срабатывают. Да ладно. Так. Покладите ему в руку, а что, за взять самого не судьба? Что? Типа как быстро сломать запястье, но не понимаю почему и зачем. Не знаю, как-то помню, мелкая была, все время так дралась. Да, и все побежали пробовать. Так. Не, ну главное, дверь открыла, а взять алмаз уже у нас как бы у него все. Квесты такие, квесты. Ладно, у меня как бы особенно прикал вот эта книжечка. Вот эта книжечка. Ну тут всякие эти милые существа. Растения какие-то забавные. Как ты пытался, ничего не выйдет. Ну, все, Келакик уже проверил. Блин. Так. Нас напугали. Черт. Надо не лезть к этим растениям. Как-то же забраться надо. Секундочку. Так, я вернулся. А, привет, Заргин. Привет, Игорек, Игорек. Да, как бы, несмотря на то, что может кого-то и получилось, но все равно, да, не стоит. Ну, как бы это вообще. Не знаю, это какой-то очень. Человек коварный выложил. А, чтобы население ходило с выбитыми запястьями. Ладно. Заргин, ты меня помнишь? Тет Лен. Ну да, бывает. Так. Что это тут? А. Блин, он выложил. А, Келакик уже уходишь? Ну ладно. Ладно. Келакик, 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 всего тебе доброго. Всего хорошего, удачи, успехов. Да, очень жаль, конечно, что... Так, тут инвентарь, по-моему, однопредметный, так что... Надо на всякий случай выложить. Угу. Слишком хардкорно. Говорят, выздоравливают. Да, выздоровление Мальфа. Так, вот number one. Так. Лайкик, не давай себя курить, кому попало. Это очень ценный замечание. Потом такие создают всякие... Концовки Life is Strange. Извините, я не могу не вспоминать об этом. Это слишком больно оказалось. Зарогин. Да? А вы зачем спрашиваете? Так. Как-то так, по. А, там муха. Да, довольно растение. А с левым?
О, здравствуй, и ты тут. Здравствуй. Опасная маленькая девочка с битой? Меня уже вычислили, а? Где моя бита? Именно так, да. Опасная маленькая девочка с битой. Угу. Правда ведь прелесть? А. Куда ты денешься? Ну, мало ли. Мало ли. Ты уезжаешь со мной, да? Прям завтра выезжаю. Так, что-то немножко отвлеклась. Не, ну блин, так мило. Главное, уткнулся в книгу. Ну, то есть. Чего ему мешает подойти и взять камень? Ладно. Растения тут понаставят всякие. Тут паучок. Это мне напоминает, где в Неверхуде надо было коктейли делать. Вот эта вот штука. Вот это вот. Так, а чё? Меня еще вот этот чувак умиляет. Демон Рус, привет! Здравствуй, Демон Рус. С вами выехал Почта России? Нет, я поближе. Я буду плыть поездами Аэрофлота. Да, всем чая. Апельсиновый. Апельсиновый чай — это офигенно. Так, по-моему... А, да, он... Нет, и, по-моему, типа, этот может по нему пролезть. Вот так вот, да? Вот это вам прохождение. Это старый квест. Так. Тайна, да. Повторять может один, колдовать другой. Да, вот так вот. Так, ты пока постой тут. Ух ты, мне адрес назвали, куда это? Приезжать. Да, ё-моё, не туда. Как-то так, не знаю. О, у него такое грустное лицо было. Да, вот эти потрясающие разговоры. Так, перетерли о чем-то. Так, вот. Под. Да. Угу. Код записан. Ничего. Дальше. Мазут, я не знаю. Кто может сравниться с принцессой? Так, хорошо. Air Rain's mushroom, Arachnid's elixir, and the bald plant in order to cure the king. Да, значит, у нас это... Волшебник нас попросил принести. Там что-то там. Ух ты ж, блин, вот это красавец. О, я помню тот уровень, когда в детстве с братьей не играли, он вообще такую боль приносил. Наверное, вы узнаете, по каким причинам. Этот чувак вообще очарователен. В общем, да, исцелить короля нам надо. Заплатили волшебнику. Значит, нам помог, а он сказал, а вы сначала помогите мне, я помогу вам. Короче, как всегда, никто не хочет ничего бесплатно делать. Вот гады. Так. Кого там нового не пришло, а то вдруг я опять заболталась, ни с кем не поздоровалась. Йок. Я помню. Здравствуй, ну у меня как бы нету тату, хотя очень хочется, но у меня нету тату.
Ого, попкорн снова нас поддержал на 10 пикоин. Попкорн вообще исправно трудится, не пропускает ни одного стрима. Огромное ему за это спасибо. Так. Ой. Попкорн прислал нам тележеньку. Очень известную тележеньку. Да. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как чудное видение, как день чистой красоты. В томлениях грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты, звучал мне долго голос нежный, снились милые черты. Три годы, бурый порыв мятежный, рассеял прежние мечты. Я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. Уши во мраке заточения тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. В душе настало пробуждение, и вот я опять явилась ты, как мимолетное видение, как тени чистой красоты. И сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Александр Сергеевич, нас давно убили. Петлите. Я как бы... А почему мне вспоминать... Александра Сергеевича, нашего Пушкина, да. Планирую себе температуру на руке сделать. Ого! Ну, рукава мне как бы, не знаю, мне вообще дико нравилось с рукавами ходить. Да, те три дня с рукавами. Да. Три дня с рукавом мне очень понравилось ходить, я бы хотела. Не знаю, я как-то себя чувствовала вообще как-то вообще уверенно. Ну, блин, это... О, да-да-да. Точно. Угу. Ну, это как бы... Не быстро и не дешево. Мне, блин, не всякий рисунок нравится. Так. О, что ж там нам надо? Да, играй давай. Где было это? А, по-моему, это из Шрека было, типа, рычи давай. Ну там такой толстый пацан, типа, мой папа сказал, что ты чудовище, рычи давай. Он вообще постоянно, да, чупа-чуп слезал. Ай. Мазут, что ты там предлагаешь сделать? Надеюсь, не принц Альберт. Мазут, ты какой-то злой. Зачем? Татуировка и вывих — это не одно и то же. Да. Попкорн, что я делал? С 8 утра до 12 часов дня по Москве я дрыхла без задних ног. Вот совершенно... Да, вот, без зрения совести, честно признаюсь, вот. Я дрыхла. Что я могла себе это позволить. Да, скоро у меня не будет такого. Так что, да. Так, в чем это я? Угу. Так. Куда делала задние ноги? Да, нет. Хороший вопрос, кстати. Куда я делала задние? Ну, не знаю, я же спала, я не знаю, где они были. Но они, в конце концов, вернулись, это неплохо. Открытый перелом локтевого сустава. Блин, я читаю, мне это уже больно. Здравствуй, где ты так умудрился, а? О, блин. Я ж не того хотела. Не-не-не, чувак, тебе надо ж залезть, ты же умеешь залезать. О! Ну, попкорн, я говорю, скоро у меня не будет такой роскоши, так что... Не обессудь. Я наслаждалась последними днями. Да-да-да, вот такие безумные прохождения. Павловская это под снегоход, будучи без страховки в одной кофте.
Просто я надеюсь, больше не будет ни таких, ни подобных, ни превышающих этой ситуации, да. Да, не болейте. Блин. Немножко лоханулась. У нас... Хотелось бы, конечно, тратить, но все время дарываясь на кого-нибудь того, что нам уменьшает, значит, это жизнь. Так. Ну, у тебя, чувак, надо. Ты. Блин, ну реально какой-то Квазимодо, он меня пугает. Тем более тут еще у всех любят так зубы прорисовывать, они от этого такими жуткими становятся. Да. Дальше. Так. Уже больше 3 лет только гуляю, бегаю, иногда только беру гантели для разминки, а так заплываю жирком. Ну, слушай, странно, обычно как бы люди заплывают жирком, если они даже этого не делают. А так, ну, вообще, какие-то такие, ну, профессиональные виды спорта, они ж и калечат, на самом деле. А, нет, стоп-стоп, я бы сейчас чуть не зафейлила. Не, попкорн увидишь, увидишь. Просто как бы... Не расстраивайся, все нормально, увидишь. Я говорю, просто у меня как бы в ближайшее время пока не будет возможности спать до 12, да. М? Да, без задних ног. Так, и бежим, бежим, бежим. Потому что тут нечто сейчас будет. Да, вот это вот вообще. Так, насколько я помню, так быстренько надо пройти, а то он опять, блин, заорет. Мы потеряем жизнь. Пойдешь искать задние ноги? Ну ладно. Ну как бы они вроде бы при мне. Где? Джонни Песо, здравствуй. Больше прикола с гоблинами? Ну как бы мы только начали. Ну-ка. Ищ. Да. Вот таким образом встретятся два одиночества. Да, но мы будем в безопасности. Потому что я еще с самого детства помню, как они орут при виде вот этого вот. Ага, примерно вот так вот. Да, он еще и обратно едет. Они в виде кроличьих лапок? Я пушится как кролик? Да ладно. Не. И обычные мои ноги, вроде бы мои, да. И, по крайней мере, на ощупь все те же. Так что все норм. Все норм. Да. Блин, статуя, конечно, офигевает от того, что мы ее так сбиваем. Но что поделать? Какой-то мяуканье. Да, тут гриб. Да, на ощупь все нормально, чё, как бы. Да, достали гриб. Кот, кот, кот. Вот, yes. Офигеть, раньше средства были, да? Так что идем. Пип-пип-пип. Ух ты ж, блин. Ага, пауки. Ага, блин. Реально все жуткие. А, и пистолет тут. С одной пулей. Угу. Нужно сплести веревку с шерсти со спины. А так, ну, периодически бегать, гулять, там... Да, принт-скрин не по феншую.
Так а что, вдруг у меня, не знаю, что произойдет, потеряются скрины, а тетрадочка навсегда тут. Никакой хацкер не уничтожит тетрадочку, которая у меня тут физически рядом находится. Да, мало ли. Як. Он ничего не делает. Блин, пауки тут просто криповые, я не знаю. Особенно вот этот меня пугает. Еще какие-то звуки, лягушки. Короче, забавно. Так. Вообще, кто-нибудь из вас играл-то в гоблинов? Хоть раз. Хотя бы в детстве. Так, этот чувак, он нас может... Невер? Вот прям Невер? Нифига себе. Да, он у нас сильный, еще может по канату забираться, да. Вот так вот. Так, встань сюда. Да. Тянули. Астрик, привет. Астрикс. Здравствуй, Астрик. Во-вторых, играл. Во-вторых, мы тоже будем проходить. Так. А, да, у нас вот это. Вот грибочек мы собрали. Вот видите этот. Поушен тот же самый. Потом какое-то растение, собственно, и сама кукла Вуду короля. Да, вот все, что нам нужно для спасения короля. Да, вспомнила. Так, пистолет, а что же дальше? Что же дальше? Вторые будут и третьи, я говорю. По-моему, их как бы трое, а есть какие-то гоблинцы четвертые. Но они в 3D, и это ужас. Да. Так жаль. Ну, если я не передумаю и не вспомню какую-нибудь еще интересную игру, в которую можно будет переходить, тогда буду перемежать. Ну, в общем, посмотрим. Да, конечно, хочется что-то в глобальное поиграть, но когда играешь в что-то глобальное, ты об этом... То есть, когда играешь, и играешь долго, и об этом надо все время говорить. Как бы... Я, наверное, пока еще не готова к тому. Я думаю... Ребятки, я отойду на пару минут, если не скучаете. Да, я постараюсь как можно быстрее. Почему корейские пирожки называют калитки? Ну, честно, не помню. Ну, да, они как лодочки, их так защипывают. Да. Ну, честно, не помню, почему именно калитки, но как бы много из финского, карельского языка. Может, какая-нибудь, я не знаю, калька была. Может, что-то похожее так стали называть калитки. Но их еще иногда называют шаньги. Вот шаньги, это, по-моему, что-то имеет какое-то отношение к лодкам. Но если мне не изменяет. Ну, ребят, да. Так, подождите немного, и, возможно, я даже успею загуглить про калитки и все расскажу. Угу. Сильно не скучайте. Не скучайте, но не слишком сильно.
Так, ребятки, вернулся, извините, долго. Можно было, конечно, включить песни, но, блин, вредный Twitch все банит. Угу. Так что, извиняюсь, как бы, я бы с удовольствием бы вообще музыку включал бы постоянно, какие-нибудь плейлисты с этим Twitch'ом. Так, на чем мы остановились? Надеюсь, тут не разбежались, прям сильно-сильно не разбежались. Так, Элбит. Тихонечко можно вот. Так, у нас тут пауки. У нас есть пистолет. Уже неплохо, но их трое. И один какой-то очень большой. Так. Останется, никогда не гуглили шлюпку. Ну да. Скоро, подозреваю, вообще останется очень мало слов, на которые можно будет гуглить и не наткнуться ни на что такое. Это уже... Угу. Так. Не, на зелье пока не берем, потому что как-то надо с ними разобраться. Спать не дает. По-моему, под него. А, Саммер Би, здравствуй. Я подушечка. По-моему, теперь нам нужен старикан, чтобы его заколдовать. А, нет. Да-да, точно. Да-да-да. Так. Нам дало эликсир. Так. Да, приветики. Да. Блин, я забыла эликсир. Ой, кот. О, кот, кот. Есть. Идем дальше. О, помню, я тут мучилась вообще. Кот мне послушалось. Какой кот? В смысле, в какой-то сцене, да, было мяуканье котика. Да, мы тут взяли, значит, это. Понимаете, нам теперь нужно вырастить растения. А, как тебе игра? Конкретно это? Ну, конечно, она тут по игре происходящего не очень, но, тем не менее, все равно прикольно, как бы, ностальгия, все такое. Чем окончился Life is Strange? Сливом, честно говоря. Ну, то есть,
Мне жаль, что там так, просто такой выбор предоставили, при этом то один это хорошо, второй это вот только плохо. Я, короче, там... Да, печально, там все имена поставили в угоду только одной концовке. То есть, типа, вот так вот только хорошо, вот так вот только плохо. Колтон, я и то попробовала, и, короче, мне не понравилось. Не то, не то. То есть, когда Хлоя, типа, бла-бла-бла-бла, но там всех поймает, то есть, как бы... Нам не надо было ничего делать. Вот. А городок, ну я говорю, то есть они отошли в сторону к маяку, и их не задел ураган. Что мешало зрителям так же сделать, тем более этот ураган приближался там целую вечность, я не знаю. Поэтому если их смел ураган, то он очистил генофонд от таких идиотов. Так, секундочку, ребятки. Знаете. Так. Соня, здравствуй. Да, привет. Здравствуй, а вот я не спал. Почему тебе тогда сейчас не завели? А, там нужно будет такой эмулятор отрубить, понятно. Пытаться машину завести. О, помню, да. С утра завести машину. Папа там пытался, особенно в мороз, это нечто. Да, Мальф у нас немножко приболел. Но я предлагаю... Как бы не предлагаю, а прикладываю все усилия для того, чтобы он выздоравливал. Так что не беспокойтесь, он в надежных руках, да. Мед, чай и горячая обнимашка предлагаются. Да-да-да. Так что, скорейшего выздоровления. Так, вырастить. Надо взять. Он так не хочет, надо его отвезти. Уже минус 27, ничего себе. Ой, да ладно, ты же можешь взять. Он притворяется, что не может взять. А, тебе надо сюда обойти. Ага! Черт. Черт. А, блин. Вот это же ж не задача. Вот все у них не слабо, а? Так, ладно. Так. Ой, блин. Да, теперь мы можем его взять. Везде какие-то подставы вообще. Уже половина жизни, блин. Это я всего лишь по разу ошибаюсь. Уже пол жизни как не бывало. Но это подстава вообще конкретная. Так, у нас есть семена, отлично. Уже неплохо. У нас есть очаровательное пугало. Так. Мне как-то сюда надо их подвести. А, блин, один... Я не могу это одновременно это использовать. Ладно. Стой тут. Ты стой здесь. Так, да, но...
Сеет. По-моему, тут сейчас будет небольшая подстава. Да-да-да. Да не ты, не ты, не ты. Да блин, что ж такое? Блин. Не успели. Не успели все поклевать. Птицы они вообще такие. Тут немножко с менеджментом трудновато, да. Так, ты. Сей. И уходи. А вот ты. Готовься, да. Так, вроде бы не успели. Нам надо их полить. А полить мы можем... вот таким способом. Да блин, не такие! А, не та тучка, боже мой. Вообще. Тут все очень сложно. Подставает, подстав. Да ладно. Блин, придется еще раз. Да, да что ж такое? А. Не видно ничего. Ну, убери семена-то. Чувак, зачем ты их выложил, ну? Чёрт. Тебе всего доброго. Так, не оплошать. Е, не успели. Сейчас может что-нибудь и получится. О. Да, тут. Да, цветочек смерти. Ну как в Симсе. В какой-то части, то есть вырастаешь вот ток. Типа, если ты, ну, умираешь, тебе приходит смерть, потом он видит этот цветочек, вот, типа, как мило, и уходит. В живых остаешься. Я думаю, тут как-то, наверное, похожим образом действует. Да. Не знаю, что там есть. Наполеон? Ну давай. Правда, чай у тебя уже закончил. А, горяченького под. Да. Да-да-да. Ну да, тут немножко так неоднозначно, но как бы здесь ностальгия. Ну, в принципе, с методом проб и ошибок тут не так уж и. Ну, кое-где даже вполне логично. Ну, то есть, ну вот этот уровень вполне логичен. Разве что вот с тучками, да, конечно, подстава. Ай, бывает. Так. Берем растение. Растение бери, говорю. Дурила ты, а? Говорю, бери растение. Чего на меня смотрит? Растение возьми. Управление, такое управление. Что руками разводишь? Ты не можешь цветок сорвать? Чё не так-то? Ладно, может, ты можешь взять.
Да не тебя. Очень странно. О, аллилуйя. Он смог взять цветок. Ура. Так, а что дальше? Ну, взяли цветок. А, о, колдун. Колдун. Привет, колдун. Что тебе надо? Так, ты куда попёр? Проблемы. Угу. Зелье, грибочек. И вот растения вырастили. Да. Чем-то он недоволен. Записываю код. Идем дальше. Many thanks, little gnomes. No spell stopped me from gathering these treasures myself. All in all, you've been extremely helpful to me. So, I've decided to keep you. Off to the dungeon now. В общем, нас на Е. Угу. По полной. Вот и верь после этого людям. То один на Е, то второй на Е. Ужас, короче. Прикинь, нас на Е. О. Не, нам сказали, типа, спасибо, что все собрали, а теперь идите. Печь. Ага. Какое-нибудь опасное и ужасное место. Блин, жуть, конечно. Вот. Ужас, ужас. Да. Я никому не верю, меня никто не найдет. Ну что ж. В этой мере, может, позиция, не скажу, что правильно, но как бы значительно облегчающая жизнь. Да, сейчас, подожди секундочку. Такая забавная. Ребята, извините. Да. А. Да, отвезить маме — это святое. Так. Что дальше? Я помню. Так. Да. Вот ты. Думаю, это тоже надо заколдовать. Ага. Вот так вот. Берем флейту. Он, кажется, тут. Да, это змейка была. Так. Этот чувак, поднимайся. Ну, поднимайся, ну. А, его подвести еще. Так. Что же дальше?
Так. А можно? Да, говорят, перемена деятельности помогает думать. А можно еще? Да, помогает думать. Да. Наверное, нужно какая-то другая смена деятельности, я так думаю. Тут такие иногда жуткие звуки раздаются, как бы с пещеры. Даже не знаю. Так. Собрались. Так. Точно, да, вот эта вот часть доски, она у нас выделяется. Сначала туды, потом как так, блин, не-не-не. Вот сюда. Да, у нас тут будет супер трюк. Да, цирк Дю Солей просто отдыхает. Вот, выбрались. Я записываю код. Сколько ж их тут? Почти как Ихтиандр, только Ихтиах. Угу, идем дальше. Да, мы вернулись, а тут у нас мало того, что волшебник опять закрылся, так он еще вот это вот милое создание, значит. Нанял, да, вот это вот милое создание. Курица, хороший песик, тут не поможет, да. Так. Так, чувак, ты. Аккуратно. Аккуратно. Да, тут есть какой-то радиус, на который он действует, потому что поэтому аккуратненько. Блин, тут музыка прям как в каком-нибудь диснеевском мультике про принцессу. Да. А что бы вы думали, мясо дать вот этому вот очаровательному созданию? Да не тут-то было. Так, я не понял. Что он с ним сделал? Ну, раз гол, так гол. Окей. По идее, он должен был сунуть его дупло. Я не знаю, может, игра что-то немножко баганула. Ладно. Дел. Вкусный Наполеон. Так себе, да? Да-да-да, поняла. Please wait. Да. Да, здравствуй. Всего тебе доброго. Отличного. Пусть тебя машина с утра бодро заведется, и ты отлично выспишься, и все у тебя будет хорошо. Спасибо, что приходишь. Да. Счастливо. Да, у нас тут такое очень милое деревце. Помню, долго тут сидела. Ну, тут как бы много комбинаций таких интересных. Не знаю, вот это вот, которое она показывает направление ветра штука. Не знаю, как она называется одним словом. Вот. Да, пусть будет флюгер. Птица, которую иногда хочется придушить. Вы поймете потом, почему. И вот не пойму, это шишка, по-моему, как так. Она очень шаловливая веточка. Да. Ловлю веточка. Так. А с чего начать?
Вот тебе и начало. Блин. Что же делать? Заколдуй, блин. Ух ты, чёрт. Какой-то ты плохой колдун, дядя. Чёрт. А может, ты сильно тогда ему врежешь? Да, ещё раз, всего тебе доброго. Здравствуй, да. И сладких снов. Так. Так мало осталось. Надеюсь, тут можно будет как-то вернуться с помощью кодов. Это ж кошмар. То есть как бы надо пробовать. А тут нам даже пройти не дают. А, у нас мясо есть, господи. Есть мясо. Дубина. Иди отсюда. И ты отойди. Он любит выкладывать все в неподходящих для этого местах. Забывать тут надо. Это, по-моему, как... Блин, по-моему, у нас он больше не должен. Ай. Да, ура. Я тут думал, мясо у нас пропало. Да, вот это вот надоедливая птичка. Ну! Птичку не хватает, нам надо птичку поймать. Так. Мы теперь, по-моему, да. Надо спокойно пускать. Да, вот так вот. Я свой прикол, когда он колдует, знаешь, у него голоса такие, он... А, не знаю, это так забавно смотрится. Так. Пику. Во-первых, черку, а во-вторых, надо все-таки попробовать тортик. Нет, мне нужно его... Это очень... Понимаю, что он плотный, но... Ладно, я еще попозже попытаюсь. Да, ребята, где все? Вы не хотите мне помочь? Малев, я знаю, что да. Спасибо тебе. Для меня нужна минута, это всегда. Да. И не Одис. Ветку, шишку. Угу. Да, по идее, флюгер. Ну да, он накладывает. Полосатые носки. Ветровой носок, это, конечно, прикольно выглядит. Пин. Вот так вот, да?
Какой кошмар. По крайней мере, мы пытались. Блин, что ж это там, это жестокая игра, да? О, попкорн, попкорн. Да, сейчас. Где попкорн? Где? Всем присутствуй. Да-да-да. Так, кто бы знал, что бабочка нас так жестоко кинет? Угу. Так, да, и в прямом смысле этого. Так. Что же нам надо? Нет, тут немножко. Зачем он играет, я не пойму. Черепком? Куда ему маленький череп? Так. Хорошо. Не наелся. Добавки, да. Бывает. Так. Что-то я тут это... Не помню. Не, ну клёво звучали. Ну, в начале как там? Этот. Придворный музыкант. В Магадан. Ой, кстати, можно будет Paper Please как-нибудь еще раз попробовать. Ладно. Так. Ну, этот выступ тут неспроста. И главное, прикольно, дерево тут все так услужливое эти. Каких. Да не тут. Мы говорим, мы сюда, а он вперед развивается. А не тебе. Надо удостовериться, что я выбрала именно такого, того, кого надо. Не можешь дернуть? Явно надо дернуть. А, вот так вот. Там он не мог дернуть. Ему надо дернуть только там. Странно, странно. Так, ладно. Да, хитро. Так. Мы знаем, что это такое именно. Что это за покемон? Корк. Пыха.
Да. Ген, да. Блин. Так. Какие грустные. Так, ладно. Теперь-то я точно знаю, что можно с бабочкой не связываться. Ну. Уверен? Бабы нет. Ну да, по крайней мере, она нас не отмутузила. Она такая, Халк ломать, да? Всё. Да, короче, тут опять эта штука страшная живет. А у нас еще мяса нет, так что... Да, бабочка-убийца такая... Крышками так, хтыщ, хтыщ. Бег, 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 бег. Не хочу тортик. Но он не режется. Угу. А это откуда? Не помню просто. На. Там еще муха такая. Бз-бз-бз. Так вот, чпок. Его полностью. Понятно. Берем хэхку. Тут сюда надо. Он как-то так. Ну. Блин, надо было сачок взять. Тут можно как-то. А как? Блин. Система. Почему-то так грустно бросает. Ладно. Ну да, как бы мясо оно такое. Так, да. Забываем про сачок. Да, у нас тоже. У нас тоже есть сачок, да, только апельсиновый. А, блин, сюда. Угу.
Жалко, что пока один куда-то ходит, нельзя второго перенаправить. Ну да, я прям размечталась. Вот это 91-й. Ну. Да. Так, теперь ты. Как всегда, один сильный, один умный. Третий просто был дурак. Тоже тут. Втыкается именно. Так. Воды. Значит, тут у нас живет этот зверь. Тут у нас птиц. Кошка. Птиц. Ждем. Чё, не? А, то есть не? Ладно. О, все, споймал. Утеку. А. Я. Ку. Пусть будет ку. Или вы, или ку. Не знаю, разберемся. Гоу. Да, вернулись сюда. Так, теперь аккуратно. Не. Вот он. Блин, надо ему как-то показать птичку. Да-да-да. Мегвек! Привет, Мегвек! Ты ж, блин! Такие... Блин, фейл. Агенда, давайте агенда. Чувак, медленно. Опускаешь сцепление. Медленно. Так, чувак. Теперь не запари мне все, блин. Он такой. Да. Теперь мы пробираемся в чулан колдуну. Даром ноги с разворота. Так, что там? Угу. Да. Впечатляющий, да, чуланчик? У всех скелетушков. Он повесился за подмышки. Да, это особенно как бы веселит. Да, извините, я сейчас немножко тортик. Даем. Он глаза мозолит.
Спасибо. Спасибо. Так, Медвег, чё у тебя? Чё у тебя нового, чё хорошо? Ну как твоя котячья жизнь? Долгий мучительный смех. Ну так. Да, взяли перышко. Да-да, отвал башки. Так. Да, долгая и мучительная смерть. Ну, много хорошего, с долгом ничего. Ну, я надеюсь, что все-таки что-то будет хорошее. Да. Теперь это, по-моему... Я не понял. А почему он его превратил? Так. Там мухобойка. Так. Пока не. Микей, все будет хорошо. Вот с трубой. Да, у нас по ветру и все отлично. Як. Up and bull. Ладно. Что это сейчас было? А почему он меня два раза так стукнул? Я не согласна. Загрузи. Так. F. Так. Всё, сейчас быстренько повторим. Это, конечно, гениальный момент, да? Да. Ага. Да, теперь так намного лучше. Забрали ключик. Извините, я не могу. Он повесился за подмышки, вы понимаете вообще, да? Да-да-да. Это, пойду, это повешусь, да? Вот из-за S висит это. Ну, привязан к уху. Чё не за шею? Так пробовала, задыхаюсь. Так.
Блин. Господи, что это? Возможно. Так. Так, Перу. Так, подойди. Пчёль, да? Кошка, пчёль. Как ты? А теперь у нас мухобойка. Так. Да, большой полосатый мух. Так, руки стоят задом вверх. Навес и вдавливает. Гуль ноги связаны, гуль ноги. Мне кажется, в Мегвека вселился Килаки. Келакик перестанет занимать чужие. Да, он сделал из пчел. Сделал дротик. Понятно? Аж офигел от всего происходящего. Это он у нас, значит, короля пытал. Масса записи? Ну, должно быть, ну, нормально. Фига себе. Вот твич какой. Фига себе. Так, тьфу. Не-не-не-не, чувак, чувак. Да, взяли эликсир. Так. Куча кодов. И. Не, прикольная система. Надо же, как раньше извращались люди, да? Угу. Короче, этот волшебник сделался именно над королем и нас на Е, и вообще он очень плохой. Королю фиго, и в общем... Фигась. Отбище. Ветер свищет. 40-градусный мороз, да. Так.
Даже не знаю. Блин, тут такие звуки жуткие, ужас. Як? О, тут кто-то есть. Так, ты. Видишь, там что-то? А, эта штука. Много, да. С брату в этом, папе подарили на день рождения. Ну, там хотел. Ну, он хотел там увеличительное стекло. Мы пришли и увидели там в магазине. Был еще этот, ну, охотничий манок. Мы попробовали всякие, нам один понравился. Там было, ну, как бы свистулька, а в середине там какая-то пластина была такая, из какого-то металла. Ну, когда в него дуешь, ну, точно вот это. Вот, короче, вот такое было. Ну, в общем, так забавно. Мы так прикалывались, и... В чем был прикол? Мы с помощью этого манка звали всех, ну, это, уж кушать. То есть, если раздавалось такое яростное кря, это значит, надо было идти кушать. А что, удобно как бы? С чем не спутаешь? А потом, я не помню, то ли сломался, то ли потерялся. Ну, как бы он довольно-таки долго оповещал нас. Было забавно. Так. Так, тут что-то, значит, это. Да, прикольно было. Как это так внезапно? Не помню, кто он так это крякнул в шутку. Типа, идите кушать. Потом использую эту систему. А что, удобно? Не надо было там кричать или ходить, всех там это индивидуально оповещать. Прикольно. Так. Да, играй давай. Короче, давай. Да-да. Увы, нет. Так. Фига тут вещи происходят. Потому что он нас видит. Да, вот так вот. Так. Да, это квест 91 года, да. У нас 91-й уровень. Ну да, есть такое. Так. Я сползаю со стула. Так.
нас тут нечто усовывается. А тут морковка. Так. Это музыка, так я не знаю, как на каком-то балу. Ну, такая приятная. Или ее вообще никто не слышит? Да, там было как прям как это. Во дворцах там какой-нибудь. Такое, так, что дальше-то? Блин. Это нечто. Да блин. Что за нафиг, я ж перешла. Ладно. Ладно. Есть сохранение. Да, кожаное сиденье — это зло. Да, ё-моё, не ты. Подозрительно. Яйцо так вообще атас. Вообще, миссия невыполнима. Ура! Ты, видимо, не хотел брать. Здесь. Да, мы взяли морковочку. Так, да-да-да.
Ручки, куча пасты. Ничего. А. Так, как на зло ручку не писал. Что такое подозрительно? По-моему, самый надежный вообще отвлекающий маневр был. Да, он был неожиданный, не спорю. Так. Хотел спросить, чья это полоска жизни? А. Угу. Крутяк вообще, да. Да, подобрали палочку. Красивый закат, да? Я не знаю, как это работает. Да, взяли лейку. Ого, нифига себе. Тут Чернобыль рядом. Такие морковочки. Да, это морковка. Оранженькая ботва. Да? Вроде бы морковка. Так. Нехило такой город, да? Чё, что тут за удобрение? Чё? Да-да-да. Там такой парковка, я не знаю, год питаться можно. Да, то чё-то чатик затих. Даже никакие извращенцы не приходят, не просят фотки, не возмущаются, почему я стримлю без вебки. Ага, понятно. Ну да, тут. Ну как бы тут сложно иногда из-за того, что четко не понимаешь, что надо делать. Или иногда это достигается, ну, странными способами. Да, лейка из камня. Вот. Так, мне вот это показывает, что у нас есть вот эта вот кукла короля. Сначала мы вот это вот три собирали. Для волшебника, но потом у нас на Е. Угу. Пытаюсь догнать. Вот так вот, да. Так, кто-то сейчас будет играть сначала. Так что и... не всякая морковка полезна. О-о-о-о! Вот это да, вот это клево.
Ну, я, блин, не могу проверить последнюю. А можно еще разок? Блин. Черт. Но все равно больше, чем в начале, да? Да. Не, ну это, конечно, очень прикольно. А вот последний морковки нехилый такой пирсинг, да. Терапия мечты, да. Ну? Возьми ключик. Ключ взял. Них! Положи куда-нибудь сюда. Третий у нас боец. А, кстати. Ну, блин, не хотелось бы, конечно. Забыла как-то это. А, это называется септум. Вспомнила. Вот пирсинг вот тут, в носу. Вот. Через вот этот хрящик. Это септум называется. Короче, у чувака в 91-м году был септум из ключа. Вообще, знаете, да? Да. Танцы там вообще многим балуются. Некоторым... Ура, он взял ключ. Ну? Таганрог? Какое? Рут. Угу. I am Root. Мышка. Кошка. Кошка, мышц. Так. Рыхнет. По стелсу! Пацаны, по стелсу, да. Так. Что это у нас? А, и морковки торчат. Клёво. А. Спички. Не матчи, а спички. Так, сейчас. Не, слушай, а прикольная, да, конспирация? То есть у него за одной морковки ключ, в другой морковке дверь. В третьей морковке женщина. Вообще недавно, да. Который еще и поцелочек раздает. Так, кошка. А зачем вот это сказали? Я теперь все время это вспоминаю. Хорошо. Я буду тебя ждать. Да. Так, да, ребятки, извините, я немножко отвлеклась. Слушай, тортик лежит сбоку. Аллигатор! Здорово, аллигатор. Привет.
Очень рада, что ты зашел. Да. Здесь именно те самые гоблины. Мы даже неплохо так прошли уже. Тут было поле с чернобыльскими морковками. Так. Собственно, вот они и торчат. Да. Присаживайся. Да, аллигатор, с тем самым, тебе с тем самым. Все те самого. Хорошего, клевого. И по два раза, да. Огромное тебе спасибо. Квест крутой. Не, все-таки я считаю более крутой. Более крутым квестом Кирандию нам. Как бы. Уже это все такое. Тут немножко наркомания. Но прикольные, да, решения. Один бьет, второй колдует, третий собирает. Специализация. Прямо забавно. Ну, вторые тоже неплохие, если я не помню, если я правильно помню, там синий чувак и, собственно, такой эльфообразный чувак. Да, вторых гоблинсов я тоже буду проходить. Так. Так. Так, у нас есть спички. Тогда Кирани тоже не делают. Ну, где-то я видела. В общем, чувак на Кикстартере собирал сумму, но, по-моему, к сожалению, собрал. Он, короче, квест делает, ну, прям вот нарисовано и по... Ну, говорит, хочу вот сделать квест в духе там Monkey Island, вот Кирандия, и там была очень клевая графика, вот прям как в Кирандии. Foxtail называется, сейчас напишу. Кому интересно, пусть погуглит. Не знаю, может, он еще суммы собирает. Как бы жалко, потому что там реально прикольно было. Да, про лисичку. Ну, просто, ну там такая ламповая графика была, вот как в Кирандии, я аж прослезилась. Вот. Нам хотелось бы, тем более он хочет возродить именно как бы те самые клевые квесты. Может, у него что-то и получится. Так. А где у нас этот самый сильный? А череп внизу справа? Ну, как бы, вот. Шёлкнул. А, блин. Так, берем ядро. Не тут? То есть скример какой-то? Да, cannonball. Пушечное ядро. Заправили. Так, что дальше? А, да, снова нужно его поднять. Конечно, странная немножко настройка пушки. С помощью удара. Хотя этот чувак точно русский, как бы ударом чинит все. Так. Щелкни в меня. Помню, да-да, помню, какой-то квест был. Щелкни в меня, чтобы что-то там... Блин! Реально, что было за квест? А, щелкни в меня, если хочешь поиграть. Только откуда это? Скажи срочно, откуда ты? Я фразу вспомнил, причем даже интонацию вспомнил. А откуда это?
рисовалка. А, там еще можно было там синонимы, антонимы задавать, да, по математике. Точно. Точно, рисовалка там какая-то была. Блин, я в нее очень много играл. У меня была крутая программка рисовалка Disney. Там она небольшая была, там было поле и разные инструменты. Там можно было мелом рисовать, были готовые фигурки с Disney. Там были уроки по анимации. Ну, типа, вот по кадрово рисуешь, там мячик типа скачет, все такое. Клево было. Блин. Это было давно. Я такая старая. Так. Да, так и было все точно. Блин. Главное, я сам рисовалку не помню, но эту фразу... Причем он именно говорил, шелкни в меня, если хочешь поиграть. Да. Ну ты исполнил аллигатор, ну ты даешь. Так. Так, теперь... А, я ж его и выбрал. Немножко трудности. Да, мы сбили морковку, отлично. Чувака, походу, вообще ничем не разбудить. Да, морковкой заряжи. Так. Так. Радуюсь, что есть пушка. Чё, ребята, там у вас снег есть? Я надеюсь. Чистенько, красивенько. Никакой каши. Хотя, чё это я размечталась? Ну, потому что хоть снег и похолоднее, все-таки приятнее, когда такая, когда, ну, то есть, прикрыла всю эту грязюку. Не знаю, как. Красивше намного. Так. Видали, да? Каша и снега нет, сплошной каток. Да-да, глянь, это шедевральный выступ. Вот так надо готовить. Сплошной каток, ну чё? 3 сантиметра отборного сегмента надо. Е! Всё это, выносите мне коньки. Тройной тулуп, и ты дома. Да. Так, гололёд это такое. Так, что дальше? Он такой, фиги вообще, чё? У меня суп дома. Да. Да, спасибо за тортик. Хм.
Ну такой фиги. Ну, чувак, положи их куда-нибудь. Нужно больше огня, да. Блин, забываю все время. Так. Еще одна морковка. Так, дед, настало твое время. Он такой смотрит, что это не делает? Морковки сбивают. Угу. А, полоть? Полоть ее надо, да. Да. Офигевшая мышь. Волкин дед, да. Теперь понятно, когда мы стреляли, что он нифига не... Маллет. Такой маллет. Божественные звуки озвучки, да. Да, это звуки-звучки. Ну, ты вначале не видел, там немножко переозвучен был ролик, там, где короля щекочут, бьются, и вся семья такая сидит, офигевает. Там было переозвучено. Мэджик. Пендлум. Пики. Так. Уже полночь. Да, я думаю, стоит закончить. Statue of Serenity, transcended by Gemalor, the dragon's fire, has the power to break the spell holding the king in its thrall. О, нехило, да? Это статуя Будды в жилете. В жилетке, да. Не, слушай, реально, я вот этого не помню, что-то вроде совсем. Ладно. Итак, ребятки. Спасибо всем, что приходили, что смотрели. Да. Завтра не продолжу. А когда продолжу, точно не знаю, честно говоря. Так что следите за расписанием. Да. Всего доброго. Всего хорошего. Всем пока. Приходите еще.